Батюшка, не серчай на меня. Не выполню твой наказ. Не буду счастливой. Злая у меня судьба. Алёшка, у тебя скоро ребра будут видны. Скоро мяса вовсе не останется. Ты чё артачишься? Расскажи, как цесаревна собиралась трон занять. Собиралась она никогда. Глупо собиралась, все и так знают. Ты поведай, как? Кто ее сообщники, окромя тебя и камер-юнкеров? Каков план был? Не было плана. Лошадь, щит и навес. Вспомнил. Погласовели. Что? Не пиши. Что? Вспомнил? Вспомнил. Вспомнил. Бумагу, которую ты мне нашел. Перед тем, как отдать Читалпаде. Ну и что? Не там Душаков заговор ищешь. Со смерти батюшки ее. Житие цесаревни из этого завещания нет. Сколько раз она мне в руках была, ни разу и не воспользовалась. Сжечь просила, а я сохранил. Не пиши. Она жива? Скажи. Скажи, она жива? Лёша, огонь, Савелий. Ну ее. Давайте стучать! Требовать! Какой черт? А какой заговор? Я столбовой дворянин. Мы веками веры и правды. Вернуть Шубина узнаем по боли. Не мельтеши, Сем. Ну не мельтеши, и так тошно. Сашка, Проскоя все женщины не станут мучить. Миш! А ведь прежде всего к княжне Юсуповой-то и бросились, а цесаревну даже не тронули. Или тронули? Что все это значит? Но почему мы здесь? А ведь Долгоруковых тоже в заговоре обвиняли. И вон чем дело кончилось. Голова с плеч. Недаром нас сюда всех скопом сунули. Андрей Иванович. Андрей Иванович. Чаю? Нет, благодарствую. Прошу. Что привело ко мне главу тайной канцелярии? Андрей Иванович, вы человек еще той закалки Петровской. Государня наша малоопытная и вспыльчива. Господина Берона вообще не знаю. Поэтому в первую голову я обращаюсь к вам. Дело более чем деликатное. При обыске у поручика Шубина обнаружено. Кто еще видел сей документ? Найдено при мне. Только я читал. Ходили слухи о существовании такого документа, но только слухи. Мне необходимо проверить подлинность этого документа у архивариуса. Я доверяю вам. Вы второй раз уже говорите о доверии, значит, доверяете не вполне. Я доложу государыне о вашей бесконечной преданности, когда это будет необходимо.
Ну, а пока все остается исключительно между нами. Разумеется. Подпись Петрова слабая, видно, рука дрожала. А писано завещание не государем. Почерк знакомый. Вот это все я и проверю. Андрей Иванович, благодарю вас за службу. Андрей Иванович. Ввиду вашего состояния вас провезли во дворец. Под мой просмотр. Не убили его. Не убили его. Моего Алёшу. Что за холод у меня внутри? Лауданум. Настой опиум на спирту. Изобретение самого Парацельса. Он не лечит, но притупляет боль. Да. Вы потеряли ребенка, Цесаревна. Не померла? Подурнела. Ты рыльце-то свое подними, государыня перед тобой. У Шубина твоего нашли. Ежок. Веры тебе нет. И денег на содержание тоже больше не будет. Подлая. Анна. Змеюка. Поздравьте ее! Она замуж выходит! За заговорщика! Это мое условие. Коль так останется жив. А нет, так нет. Он жив. Вместо головы горшок. Вместо шеи путин. Рог барани с крутью. Заговорщик Шубин. Мы его не любим. Будешь не меняться. На кол качаться. Ноги целы?
нас, ребята. Чей-то навет. Он же умрет. Ему лекаря надобно. Полагаешь, они сначала калечат, потом лечат? Хватит на меня так смотреть. Лучше скажите, умники, кто на нас набрасывал навел? Что вы все время рот затыкаете? Из-за бабьей прихоти. Такого карту мне не показывали. Господи, я помереть не за такую любовь просил. Видать, Господь тебя не расслышал. Или вовсе посмеяться решил. Тетя Ленна. Вам необходимо много двигаться, хорошо питаться. Я понимаю ваше состояние. Полно же, Норман. Я знаю, зачем это вам. Вы, лекари, не можете не лечить. Но я не понимаю, зачем это мне. Тогда так. Видите конец аллеи. Дойдем туда и вернемся. На сегодня я от вас отстану. Но завтра я приду снова и буду приходить каждый день, пока в вас не проснется воля к жизни. Вы... Все изменится. Настанут светлые дни, поверьте. Предлагаете мне забыть? Забыть и идти дальше? Забыть моих друзей? Забыть Алексея. Забыть о нашем ребенке. Цесаревна, кто-нибудь увидит, пойдут слухи о вашем душевном нездоровье. Умоляю. Умоляю, Жан-Арман, устройте мне аудиенцию Анны Иоанновны. Если вы действительно хотите, чтобы я жила дальше, мне нужно с ней поговорить. Мне нужно увидеть Алексея. Иначе я умру. Умоляю вас. Умоляю, помогите. Хорошо, я попробую. Умоляю. Я обещаю. Какая красавица. Куда ж ты полезла? Красавица. Что мне с тобой делать? Отойти на почтительное расстояние. Вы разговариваете с княжной. Сословная привилегия. Ты потеряла в тот миг, когда согласилась на заговор против государни. Я теперь могу тебя на крюках подвесить. Как простую крестьянку. Не смейте меня запугивать, я ни в чем не виновата. Елизавета Петровна и мои друзья, они живы? Место ты не больше. Узнала? Батюшка твой тоже гордый был. Одни свои здесь закончил. Впрочем, императрица Анна Иоанна милостивая. Расскажи, признайся, что задумала? Кто сообщники? Кто клятва преступники? Признаешься сама, возможно, помилует. Я похлопочу. Мне не в чем признаваться. Не было никакого заговора. Ножки у тебя же тоже прекрасны. Как личка? Не смейте, вы же дворянин, сие бесчестно. Впрочем, знаю, ножки татарочек хороши. Особенно, когда их скручиваешь в бараний рог в голове.
признаешься само. Путать не стану. Подумай. Я вернусь. А батюшка твой вот тут, как собака, и сдох. За селедку не платить. Тухлую прислали. Она еще смеет ко мне гонцов своих засылать. Ты, Иван Иванович, не боишься за заговорщицу-то просить? Или ты думаешь, что твои умения столь ценны? Боюсь, Андрей Иванович. Однако я дал слово. И цесаревна сейчас находится в жалком состоянии. Я не мог ей отказать. Она сама погубила своего гвардейца, так же, как и собственное дитя. Задумывая этот подлый заговор. Пусть ей поблагодарит, что я ее саму за стенок не отправила. Матушка императрица, Елизавета Петровна нижайше просит вашей аудиенции, дабы объясниться. И просит передать вам вот это. Надеется, вы вспомните, при каких обстоятельствах она получила себе перстень. Я с этой лгуньей более разговаривать не намерена. Постой. Будет ей свиданица с поручиком и я. Так ей передай. И подлечи ее, слышь? Ваше императорское величество, благодарю. Вы так великодушны. Что ты задумать, Ангел? Пушнина недопоставлена. На что, охотники перевелись? Или мне самой ружье в руки взять? Как ещё и помощью вы намеревались привести на престол цесаревну Елизавету Петровну? Я не намеревалась. Меня оклеветали. Пить. Дайте пить. Я предупреждал. Не будет воды, пока не расскажешь о заговоре. Пить. Пей. Ты виновна. Сашка Шувалов на тебя показал, что ведьма ты. Колдовством занимаешься. Капли для отравления делала ведьма? Признавайся. На меня глаза не таращь. Меня твои чары не возьмут. Шувалов, ты мог так сказать. Я не верю. А как ты думала? Ежели ты их в заговор втянула, они на дыбе будут тебя выгораживать? Я не могу больше. Я спать хочу. Если я назову сообщников, вы меня спустите. Наконец, за ум взялась.
Мы вас слушаем, Прасковья Григорьевна. Пишите. Мой главный сообщник — Ушаков Андрей Иванович. Тянет время. Ее словам про замужество нет веры. Я не в силах что-то изменить. Да и помощи ждать не от кого. Ваше высочество, посол Франции опять предлагал мне быть посредником. Он намеревался передать денежную поддержку от французского короля. Зная, как вы к этому относитесь, я отказался. Может, напрасно? Вы все сделали верно. Подождите здесь. Еремей. Еремей, ты помнишь меня? Разумеется, ваше императорское высочество. Алеша в беде. Прошу вас, Елизавета Петровна, говорите потише. Вас самой же ради. Мне нужна твоя помощь. Мне необходимо к нему попасть. Это самоубийство, ваше высочество. Ты боишься? Еремей. Это не гауптвахта. Это тюрьма тайного приказа. Сгинем мы оба, цесаревна. Чтобы только проникнуть туда, деньги для подкупа нужны немалые. У меня столько нет. Я раздобуду их. Родненький, ты придумай только что-нибудь, я раздобуду. А ежели вызволим его оттуда, в бега уходить до конца дней, вы к тому готовы? Я готова на все. Тогда, цесаревна, обещайте слушать меня. Жан-Арман, я готова принять помощь от французского посла. Любопытно, вам чья кровь? Надеюсь, главной зачинщицы, княжны Исуповой. Запирается, поди, да вино отрицает. Верно. Вам бы у нас служить. Вы хотя особо женского пола, однако же заговор супротив государыни раскрыли. С вами не грех посоветоваться. Кто, по вашему мнению, из заговорщиков менее всего заслуживает внимания? На кого мне времени тратить? Пажи вам мало чего скажут. Особенно Шувалов. Тот вовсе не знал ничего. Как не знал? Насколько мне известно, Шувалов с княжной свадьбы сыграть намеревались. Она ведьма его околдовала. Алхимией занимается. Дом ее обыщите. Она там привороты делает, яды. Шубин, стало быть, ездил гвардию подбивать? Ездил. А про прожей согласен. Нечего на них время тратить. Государня весьма благодарна вам за верную службу. Беспокоится об вас. Не равен час оставшийся на воле заговорщики задумает убрать святителя. Вам придется остаться здесь, под моей охраной. Очень хороши. В этот двор его выведут на прогулку. Цесаревна, я умоляю вас, не выдайте себя. Чего опоздал? Новенький, что ли? Так мы это первый раз. Ну, заблудали маленько. Разгружайте быстрее.
Стоять! Пожи, Алёша, с ними нет! Э! Чё застыли? Давайте тащите мешки. Шли на прогулку, попадем на тот свет. Этого не может быть. Без суда, без следствия. Да, не будет смерть красная. Признаюсь, я бы желал, чтобы мне на прощание помахала какая-нибудь крестьяночка. Воронцова Михаила Илларионовича. Нарышкина Семена Кирилловича. Шувалова Александра Ивановича. Приговорить к смерти. Через усекновение головы. Гони! Пошел! Это какое-то беззаконие. Что, даже не исповедуете нас? Во времена! Господи, зачем я так мало пил и грешил? Зачем я так мало пил и грешил? Все равно в рай не попадем! Приговор привести в исполнение незамедлительно. Отче наш, лежите на небесах. Да случится имя твое. Сашка, ты только сразу к Петру Апостолу не беги, нас обожди! Куда же я без вас? Повезло тебе, что ты первый. А нам еще смотреть на тебя в довесок. Гляньте-ка. Батюшки, домой обратил! Ваша светлость не виноват он! Остановите, умоляю! Умоляю! И лишь ваши добрые отношения. Продолжайте! Нет, нет, оговорила я их, грех на душу взяла. Надоумили меня, надоумили! Умоляю, остановите, остановите! Да, умоляю вас! Не кричи! Говори тихо, чтобы я только слышал. Кто надоумил? Пастерман, умоляю вас. Я вас... Господа, представление окончено. Арестантов уводите. Ну вот и хорошо. Вы умница. Стой. Уводи. Пошли. Пошли. Ко мне. Анхен. Неправильный ход. Что случилось? Тебе мне рассказать? О чем? Свидание. Лиска, поручик. Тебе серьезно? Пожалеть. Хочу ее раздавить. Прилюдно. Пущай знает свое место. Хочу, чтобы она разом хлебнула все то, что я годами расхлебывала в Метаве. Ай-я. Пошла вон. Ай-я, ты заметно окрепла. Скоро тебе не понадобится твой верный Эрнест. Верный Эрнест останется при мне всегда. Андрей Иванович, вы знаете, как я люблю свое дело. О, да.
Я поднял все архивные записи. Допросы камер-юнкеров, цесаревна Елизавета Петровна. Нашел указы по их розыску. Везде фигурирует ваша подпись. А чем они вам насолили? Эту Мавру Шепелеву с доносом о заговоре вы тоже привели? Что вы такое знаете, Андрей Иванович? Чего мне не рассказываете? Это чистое совпадение, Андрей Иванович. Вы просто переутомились на службе. В этом вашем сыске. Никакого заговора не было. А ваше участие во всем этом деле весьма пристранно. Совсем позвольте откланяться. Он определенно мне надоел. Сильно надоел. Окончательно надоел. Скажи что-нибудь. Пошути, Христом Богом. Все. Кончился балагур Мишка Воронцов. А он заодно Богу благодарен, что когда палач топор над Сашкой занес, я в штаны не осрамился. Дверь закройте. Ну что, господа заговорщики, вот и заглянули вы за занавесочку. Не каждому достойному мужу сие откровение выпадает. Да, очень позитивно сие. Бодрит лучше кофе, ваше сиятельство. Держи ты еще. Три наглых львенка. Ты на отца своего здорово похож. Мы с Кириллом Алексеевичем, в его комендантство, много общались. Благодарю. Ладно. К делу. Засиделись вы, господа, в столицах. Третий десяток разменяли, все. Опасной дурью маетесь. Я думаю, вам надо послужить России на дальних рубежах. От греха подальше. Ваше сиятельство. В Ревеле вас отправлю. В полк с первой оказии. Чтоб духу вашего тут не было. Да всем прощайте. Прошу ваше сиятельство разрешить мне перед отъездом свидание с княжной Юсуповой. Иначе пуще ваш палач закончит давешнее. Вот тебе, надень чистую рубаху. Thank you.
Прасковья. Любимая. Кто вы? Ты шучу надо мной? Мы знакомы, я вас не помню. Милый, это я. Саша, я твой Сашка. Боже, они тебя измучили. Да нет, что вы. Мне совсем не в тягость. Меня здесь немногие посещают. Слуги, знакомые батюшки. А, вы батюшкин знакомый. Жаль. Я могла бы вам помочь. У меня дар. Я умею воскрешать мертвых. Мой батюшка умер, и я его воскресила. Прасковья, здесь никого нет. Кто вы такой? Кто вас подослал? Прасковья, очнись ты в забытии, Прасковья! Пойдите прочь! Оставьте меня! Прасковья! Прочь, пойдите! Уйдите, я сказала! Прасковья! Прасковья, ты любовь всей моей жизни! Прасковья! Прасковья! Батюшка, не серчай. Я все соберу. Нашла. Держи. Держи, батюшка. Я сейчас еще найду. Найду. Ой, вот она, вот она. Нашла. Держи, батюшка. Держи, держи. Диана боится. Все ради тебя, Нестушка. Где же сестра моя любимая? Да вот же она! Вон где она! Вон! Вон она! Вон! Вот она, вот! Елизавета Петровна. Милая. Прекрасно. Как же ты прекрасна. Шарман! 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 Вижу, как ты тронута. Не благодари. Что-то жених наш опаздывает. Жених ты где-то? Где жених? Эй! Вот, явился! Не запылился! Великая милость и государня, императрица наш, все прощающий, добрейший и справедливейший Анна Ивановна, да свершится сейчас таинство сочетания двух любящих душ ее императорского высочества, цесаревны Елизаветы Петровны, ну и поручика Шубина. Алёшки! Что стоишь, как умный? Ступай. Как жаль. Музыку! Здравствуй, Алёша. Здравствуй. Ежели мы обвенчаемся и уедем, она готова забыть обо всем. Забыть о чем? Мы не заговорщики. Нам не о правде надо думать, а о спасении. Лиза, не будет никакого спасения, пока ты не станешь императрицей. Нет, прошу тебя, ради нас мы должны покориться. Лиза, посмотри вокруг себя. Над тобой, дочерью Петра Великого, сброд смеется. Я не беру ее в жены. Не по сеньке шапка, ваше императорское величество. Что ты? Что ты? Что ты? Одумайся! Так, да. Я тебя тогда
На Бужениновой женю. Будешь шутом при дворе. Прости прощения. Прости прощения. Прости прощения. Слишком хорош бриллиант для тебя. Я тебя, Шубин, в Камчатку ссылаю. На каторгу и вечное поселение. Увести его вон. Нет! 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 Прощай! Нет! 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 Еще пострелять хочу. Видит Бог, я старалась. Не вышло. Ну, не надо. Устала? Ступай, отдохни. Да. Пожи твои целы, не вредим. Елизавета Петровна. Мальчики. Мальчики мои. Живы. 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 Мы рады, что вы в полном здравии. А я не рада. Прасковья в монастыре. Алешу на каторгу отправили. Да и вам я жизнь сломала. Простите. Елизавета Петровна. Простите меня. Негоже дочери Петра на колени вставать. Да и нет в этом вашей вины. А жизнь наша как у всех. Все у нас, слава Богу. Почти у всех. Саша. Я обещаю. Я навещу Прасковью, привезу к ней листок, и мы ее вылечим. Я ее видел, цесаревна. Она меня даже не узнала. Простите. Если б я не думала только о себе. Если б не отвернулась от своей судьбы. Если б не отказалась от трона. Ничего бы этого не было. Я должна все исправить. Согласно воле Петра Великого, я, Елизавета Петровна Романова, единственная законная наследница престола. Нужно достать завещание. Как в старые добрые времена. Предлагаю это отметить. Сначала закончим дело. Я все исправлю. Клянусь.
все исправлю.